覚悟はできてるか。Фухетеро. Всем здрасте, дорогие друзья. Это наш канал АС. Меня зовут Андрей. У нас сегодня одно, да? Так, Сохэй. Сложность сложная. Использует души. Мастер оружия. Не знаю, что использует душа. Так позволяет перейти в стойк легкая душа. Начиная серию ударов для слабых ударов. Слабый удар. Легкая душа, левая. Начинаю серию ударов мощных ударов. Право. Ни. Нет. В сторону прыжок влево. Ладно. В сторону прыжок право. Так, позволяет перейти в обе стойки душ. Начинаю серию ударов. Безумный монах. Право, лево зажимаю. Стойки легкой душе. Это не понимаю пока. Стой, клетка душа. Сан. Он что, не дает мне сделать? И, да? Си сделал. Стой, тяжелая душа. Правая. Во, сказал? Во, да. Сюда. Понятно, пока ничего. Так, ну я накопил лучше дальше-то. Вперед, пробел, захват. Вперед, пробел, захват, левую. Вперед, пробел, захват, правую кнопку мышку. Симметричный удар. Вперед, пробел, захват и обе. Правую, левую зажимаю. Вот что ты сделал. О, смотри. А так получается нет. Видишь, бездушевно так не сделает. Семеричный удар. То есть ты накапливаешь так. Ич, ни, сан, си, до, ро, сич. И только потом ты можешь делать вперед, пробел, захват и... Где? Зажимаем. Захват лево, лево, лево. Право. О, накопили. Теперь вперед, пробел, захват и зажимаем две кнопки. Нифига себе, почти весь. Запомнили? Так, смотрите, как мы зажигаем все вот эти вот фонарики. Можно сделать с одним ударом. И все получится. Захват, левый-левый. И чни-са. Захват, правую кнопку. Фи-го-ро. Теперь мы это можем воспользовать. Вперед, пробел, захват и две зажимаем. Слабость. Еще у него хпшек нет. Слабый удар с разбега. Прикольный вообще. Ну, конечно, не мой персонаж, но прикольный удар. Первый отбивающий. Не стряхнул так ноги. Второй отбивающий. Так вот герой. Прикольный. И буки ты знаешь тоже, да? Нифига себе. Если бы кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Переходим к следующему герою.